Нижневартовский парк Победы изменит свой облик. Здесь появятся новые пешеходные велосипедные дорожки, зоны отдыха и подсветка деревьев. Реконструкция уже началась. Первыми к работе приступили специалисты филиала нижневартовской компании-концессионера «Горэлектросеть». Они вывели из эксплуатации наземный трубопровод вдоль улицы Пионерской и приступили к его сносу. Магистраль, построенная около полувека назад, исправно обогревала дома вартовчан, но своим внешним видом совсем не украшала парк. Для того, чтобы не нарушать общую концепцию благоустройства места отдыха горожан, энергетики убирают более 200 метров сетей. Вместо них проложат уже подземные коммуникации вместе с тепловыми узлами и камерами. Работы будут проводиться с максимальным сохранением зеленых насаждений. В рамках реализации инвестиционной программы ежегодно проходит актуализация перечня мероприятий, которые в эту инвестиционную программу входят. И в прошлом году по инициативе администрации города Нижневартовска концедент обратился к нам с просьбой включить в инвестиционную программу реконструкцию участка тепловых сетей 300-го диаметра, который у нас проходит вдоль всей территории парка.